Друзья, слава богу, мы все-таки вернулись в нашу деревню. Это был, конечно, самый крутейший марш-бросок в истории человечества. Вот. Но урок он для меня дал очень хороший сегодня. Утром, выезжая на этом велосипеде, я думал, будут такие легкие прогулки, заедем в разные места. Вот, все это закончилось. Так, может тут скорость перестать. Или это не имеет значения. Так, все это закончилось, когда стал не в моготу уже просто крутить педали. Оказывается, это не так легко, особенно когда крутишь эти педали в гору. Вот. Притом стояла ужасная жара. И на этом силы, можно сказать, закончились. После этого откуда-то взялось второе, третье, восьмое дыхание. Какими-то невероятнейшими усилиями двигались дальше, пока не наступила ночь. И вот тогда-то пошло самое интересное. Потому что ночью абсолютно вообще ничего не видно. Полная темень. И приходится идти велосипед нести с собой. Еще груз, который в рюкзаке. И вот таким образом все-таки мы добрались. Пока все. Смотрите, обзор того.